Свежо. Все. Очень свежо. Снег валил новый. Свеженький. Видите? Здравствуйте. Так, ладно. Сегодня у нас друзья, 45-й день челленджа, а это значит, что с сегодняшнего дня нужно отжиматься 30 раз, бегать 3 километра минимум, и если с отжиманиями времени нестабильно, я вышел на 40 отжиманий, держу тумбочку. Тума. Пробежка где-то. Там такой кружочек туда обратно. Дороги примерно 2,5 километра он занимает. Вот, а сейчас придется что-то какую-нибудь петлю добавить, чтобы пробежка была чуть подлиннее. Воскресенье. Мы делаем онлайн-проверку. Те, кто подключается, могут приближаться, быть в одной энергии ранним утром. Было примерно так формат темы воздействия, которое мы проводим по субботам, переносить на воскресенье на пробежку и продолжать его обсуждать. Вчера у нас была тема курсов 13 грамм для детей. Проект. Который делаем с Ромой. Ну, если честно, он пока на стадии запуска, поэтому есть только гипотезы. Желание уплотить в реальность и создать что-то действительно важное, полезное, влияющее положительным образом на детей. Который дает такой хороший толчок в правильном направлении. Вот, поэтому
особо много там рассказать нечего. Пока идет такой процесс запуска. Вчера я размышлял по поводу франшизы. То есть проговаривая процесс развития, пришел к заключению, что если, например, свой город я самостоятельно запускаю, разговариваю, проговариваю, общаюсь, но при положительном результате вроде как надо взять, перекинуться на следующий город, пойти делать там то же самое. Но здесь вот есть такой надул ограниченности времени. Если пойти делать второй город, это еще, наверное, понял. Не понял, почему не вышло. Вот, если самому пойти там второй, третий год сделать это еще нормально, потому что на них можно вживую быстро отличить навык запуска, то формат четвертого, пятого года уже будет, я думаю, что потеря времени, если модель будет работать положительно, доходно, то, конечно, в этом случае уже нужно будет масштабировать за счет того, что я смогу размножить свое время человека, который запускает, а сделать это можно только если делать процесс обучения таких же людей, запускателей, стартеров, да, которые уже пойдут сразу, например, в двух, в трех, в четырех городах одновременно проводить все то же самое. Ну, естественно, что нужно будет сделать обучение, создать некие скрипты, по которым идти ученикам. Таким образом, можно будет смасштабировать два, три раза. Пять раз быстрее, чем качество, конечно, где-то может пострадать, но там задача именно как нули передачи навыка. Ну, вообще, само понимание, наверное, такой организации, которая может быть во многих городах или во всех городах России и при этом быть полезной, это будет очень здорово ощущаться состояние этого удовлетворенности. Мне кажется, он будет очень высоким. Почему? Потому что понимание того, что сделанный продукт приносит пользу большому количеству людей, даже и детей, дает некую
эмоциональную, наверное, психологическую удовлетворенность на еду. Опять же, что эти сдали доходом. То есть обязательно, конечно, чтобы это все-таки приносило физическую долю дохода, поэтому совместить приятное с полезным. А почему оно должно приносить? А потому что, во-первых, это будет давать больше драйв для собственника, да? Для человека, который запускает. Это будет финансовая стабильность самого человека, который запускает. С финансовым доходом можно будет поддерживать и развивать компанию, разворачивать ее, масштабировать. Вот это очень важно, потому что если даже на инициативных началах это запускать, а потом столкнуться с тем, что время это все жрет, а выхлоп никакого не приносит, чисто физически занимать будет уже под большим вопросом, потому что года затрачено время, своей стабильности это получать не будешь. Вот. А если не получаешь стабильность, не улучшаешь ее, то она потихонечку начинает проваливаться. А от этого, конечно же, станет самый первый вопрос пирамиды Маслоу. Это, конечно же, сохранение себя, своей семьи, пропитание. И, скорее всего, такой прорыв просто загнется. Ну, поэтому после финансовой грамотности важна финансовая на пробежке. Это хорошо. Сейчас побежал, потому что это культурм. Бегал в прошлом году. Ну, посмотрим сейчас. Километр добавится или не добавится. Очень сильно, кстати, сейчас по утрам стало помогать солнышко, уже гораздо светлее, птицы все тут щебечут. А что будет летом? О, 4:30 просыпаюсь, на улице уже светло. Я помню, что мы с Владом в прошлом году в 2:30 или в 3:30 мы вставали. Он час раньше, я вставал еще на час раньше.
чтобы приехать в озеро, постоять на гвоздях на закат, на восходе. Потому что 4:30, пока встаешь, прочитать я 4:30 просыпаюсь на пробежку, выхожу в 5 только. Это еще надо успеть все быстренько, планомерно сделать. Вот пока в 5 выйдешь, это каждый то 20-30-минутная пробежка или на велосипеде. Привет. Ну, грубо говоря, час уже, да, прилетает. Андрюха, привет. Привет, привет. У меня тут последний километр. Накручивает. Ну как у тебя, скажи, прошли 44 дня, как преодолел вторые 22 дня? Слушай, да, вроде бы нормально, были, конечно, заменки, сейчас поговорим, сами отключу. Меня слышно есть, или там? Слушай, глухо, глухо, я думаю, что это... Я сейчас тоже переподключу звук. О, вот так вот лучше у меня стало. Так, были проблемы, значит, да? Да, да, сейчас. Сделаем как-нибудь. Все, я тебя слышу, давай, говори. Сделаю еще лишнюю петельку. Сегодня 3 километра же надо намотать. Да все, у тебя слышу уже. А чтобы я тебя тоже слышал, просто когда наушники включают. А. Давай. Они включают в телефон. Слушай, да? Слушай, там есть прошло. Три точки. И включить Bluetooth можно. Да, я уже переключу. Короче, как? 22 дня прошли. Прошли нормально, но вот как раз таки вот. Как будто бы не хватило, знаешь, вот этих вот прямых эфиров по воскресенье. Вот, потому что есть какая-то в них дополнительная сила, потому что ты знаешь, когда в процессе ты бежишь, ну или хотя бы ты уже там пробегал и с кем-то потом общаешься, то прям, ну это прям усиливает, что ли, эффект. Потому что я прям почувствовал, что несмотря на... Во-первых, количество прямых эфиров сократилось. И образовался некий вакуум. Типа, знаешь, как бы, вроде бы, да. А что-то скидывают ребята. А ощущение какой-то тишины. Ну, типа, вот, какого-то безучастия, что ли. Поэтому, ну, понятно там, по весь ситуации, которые наложились там, и по воскресеньям там, типа, это было... Где-то не актуально там, или, не знаю, там технически сложно. Но вот лично мне вот как раз-таки вот эти воскресенья были больше нужны именно для челленджа. Потому что, ну, знакомства, они сами по себе, как бы, это же универсальная вещь, она не привязана к челленджу. Вот. А тут ты когда на пробежке, ты осознаешь, что сейчас держи, ну, по-моему, говорят, все. То есть бегу я, бежишь ты там. Сейчас подожди. Вот я переподключил обычные проводные наушники. Знаешь, когда из дома выходишь, на готовом быть во все орудия. Я вот во все орудия, да, как мед. Поясная сумочка на мне. Тут ключи от дома, беспроводные, проводные наушники. Иногда второй телефон для записи контента. Короче, вот. У меня, кстати, во время пробежки очень много инсайтов происходит.
которые я прям... Я понимаю, что если я сейчас не запишу, не скажу эти слова, они улетят, как воробушки. Я потом их вообще не вспомню. Вот. Да, да, да. Ну, вот по тяжести, единственное, знаешь, что могу сказать? Совпадение это или не совпадение. Но у меня вот неделю, наверное, последнюю, с того воскресенья или с субботы, я вот как с дочкой приехал к бабушке, у меня прям все вот выпадает, лишь бы в 5 утра не вставать. Причем я просыпаюсь, я понимаю, что если я сейчас отскриню экран, поставлю его как типа время подъема, а уйти я физически типа не могу. Ну как не могу? У меня дочка там на руках, она там типа не засыпает, что я ребенка оставлю. И вот такие вещи. Я заметил практически всю неделю, вот кроме 2 дней, что я был в Тюмени, я вот был привязан к каким-то обстоятельствам. Более того, в Тюмени, позавчера в Тюмени, последний день, крайний день, я с ребятами там сидел, обсуждал что-то, стою из кресла, из офисного, оно, я не знаю, какое-то супер неудобное. У меня бас перехватывает спину. Да перехватывает так, что я одно время, когда занимался в зале, я потянул спину через упражнение становая тяга. И теперь там какой-нибудь холодок мимо, знаешь, который пробегает, он может сразу мне спину, так сказать, вывести из строя. Это обычно на неделю. И вот сейчас, вот прикинь, я понимаю, что у меня второе утро с такой спиной. И я знаю, что чтобы мне побежать, это мне надо реально встать и просто начать, типа, ну, как это, спину рассказывать, что ли. Вот. Я сейчас расходился маленько. Вижу, ты в эфире. Я думаю, ну хорошо, наконец-то. Меня это чуть-чуть, знаешь, подключило. Я такой думаю, ну все. Значит, есть смысл прямо сейчас выходить и прямо сейчас бежать. Потому что я бы вышел бы минут на 20 позже. Вот. Но в целом дистанция не является ограничением в беге. Хотя я вот видео сейчас скинул в отдел благодарности. Вчера его записал. Дело в том, что я когда бегу, у меня на пути моей дистанции есть эти турники, всякие станки такие, тренажерные снаряды. Я как бы останавливаюсь, их делаю и бегу дальше. Но сильно как бы, типа, знаешь, не замедляюсь. Но тем не менее сердце, оно отдыхает в этот момент. Нагрузка уже не та. И вчера вот я... Это не только вчера было, но тем не менее. Инсайт просто произошел вчера. Что вот вчера я вышел из дома, просто пробежался 20 километров. И еще потом почти что километр пробежал. Но вот когда я пробежал 2 километра, я записал видео о том, что... Посмотри, как получается. Чтобы пробежать 2 километра без запинки, условно говоря, понадобилось 43 дня до этого. То есть такая ступень по нарастающей. Вот. А теперь у нас получается еще есть 22 дня, чтобы выработать силы на 3 километра. Вот. Я правильно понимаю, что под событиями ты можешь, ты говоришь про вообще про окружение, которое тебя потихонечку старается обратно сдержать. Поступали ли к тебе такие фразы, типа, зачем ты это все делаешь, нафига тебе это надо, останься дома, посиди, поспи. Стягивали тебя обратно окружающие близкие? Нет, такого не было. Я думаю, что дочка и какие-то такие факторы, это, скорее всего, уже не люди внешние, потому что когда люди тебя пытаются обратно в твой режим вернуть, то это не они делают, это делаешь ты через свое бессознательное с помощью их. Вот так вот. А у меня таких людей рядом нет. У меня уже давно все знают, что при мне не матерятся, при мне не обсуждают, что я хочу, потому что это все подавляющие личности включаются.
Вот. У меня вот как раз таки уже сами обстоятельства являются моим внутренним сопротивлением, с которым я начинаю работать. Вот. Люди, которые нас окружают, если они такие слова допускают говорить, это лишь намек на то, что они, вот каким тебя знают, они к тебе такому и привыкли. Так это то же самое, что когда человека просишь представиться, он себя как-то охарактеризует. Вот эта характеристика, она сидит как меню в ресторане в твоем бессознательном. И вот она как раз таки является дирижером этих слов, этих поступков, тех людей. Потому что твое бессознательное, ну так сказать, наша психика, она не самый гибкий инструмент для усовершенствования самого себя. Особенности касаются это тела, зажимов, блоков. Мы разумом уже давным-давно эволюционировали, но до сих пор в теле имеем такие, знаешь, там, от рептилоидов инструменты, как тот же мозг рептилоидный, реактивный ум, хрящик, который у нас там в виде хвоста должен быть, да? Некоторые части кости в лопатках, которые отвечали за ношение на спине крыльев. Короче, чего-то там нету, что объяснить логически вот сейчас вот современному врачу, типа, просто невозможно. И все сводятся к тому, что это все как бы вот медленное перестроение тела. Вот. Несмотря на то, что разум гораздо быстрее эволюционирует. Мы уже, по сути, соглашаемся с тем, что искусственный интеллект уже есть в нашей жизни. А раньше мы только в боевиках и фильмах могли это наблюдать. А прикинь, какая это короткая дистанция для нашего тела. Ты только начал жить, а тебе уже надо приспособиться к тому, что, возможно, биологического тела в будущем существовать как вакуум разумности и души уже не будет. Короче, сложные процессы такие, они как раз таки в теле чаще всего являются затыками для нашего роста. Поэтому, как бы там ни было, вот эти тренировки каждодневные, это вот те маленькие усилия и шаги к тому, что в какой-то момент времени, когда рядом с тобой будет то, что ты хочешь, ты будешь к этому готов, и ты это возьмешь. Но если ты будешь этого желать, но не будешь готов, то взять ты просто физически не смог. Таких примеров очень много, когда ребят, я с ребятами работаю, они хотят заказы на миллионы, на миллиарды. Я говорю, давай посмотрим твою почту. Он открывает, у него там тендеров, заявок. Такая большая куча, и все ему обещают за 10-20% все осуществить. Я говорю, а почему ты не пользуешься? Я говорю, не верю. Подожди. Я говорю, в смысле не веришь? Ты сам хочешь, у вселенной просишь, делаешь практики, медитируешь. И когда к тебе приходит возможность, ты такой, ой, нет, это не про меня, это там про Васю. Вот. И вот как раз-таки здесь механизм сопротивления является не разумная часть, а телесная. Потому что страхи, они где находятся? В теле. Это первая чакра. А если их конкретное расположение в виде, куда точкой, ну, куда пальцем тыкнуть, это живот. Все, что мы едим, по сути, переваривается все вибрации той еды, которую мы, ну, вкушаем. Скотина, например, была забита неправильно. Вот как фильм «Аватар», да? Они там у каждой жертвы ее благодарили. Ну, это такой очень экологичный путь. Вообще, когда ты берешь от мира с благодарностью и не берешь больше, чем надо. А у нас стадия потребления вышла на такой уровень, что ты можешь холодильник, есть даже такое занятие практическое, открыть холодильник и оставить продукты только на несколько дней. Люди иногда офигевают, что происходит. У них уже холодильники забиты на месяца вперед. Всякими заморозками, еще чем-то. А любая замороженная еда, если это касается мяса, она мертвая, она уже несъедобная. Мясо свежее, вот как вот горцы едят, только свежую баранину, только свежее мясо. И делают это правильно, никого там на заводах через большой фильтр не пропускают. Соответственно, у них страх меньше, да, у них перебор, конечно, с адреналином, у них там другой
этот тестостерон скачет. Но это же показатель того, что можно это гармонизировать. Вот. И здесь такая же ситуация, когда мы хотим этих миллионов, но каждый день не тренируемся, когда они будут рядом с нами, мы их даже не увидим. А другой человек натренированный, каждодневным усилием, потому что он включается в роль этого человека, кто это уже имеет, просто подойдет на твои глаза, возьмет, что ты не видел, и покажет тебе, смотри, ты стоял перед деньгами, перед большим количеством, и даже не видел. Вот. И вот смысл всех наших тренировок каждодневных, это как раз таки формирование в себе вот этого нового человека, кто умеет видеть, брать и действовать. Фу, вот. Так, Юр, ты завис? Да? Ага, ты уже дома? Да, я тебя тягу для погодца, конечно. Могу предположить, что они в виде заморозки имеют стадо живое. Да. Поэтому, возможно, не замораживают. Но ты все... правильно, ты сейчас сказал слово «живое». Вот представь, кто согласится, по-настоящему есть мертвую энергию. Энергия смерти, разложения, вирусы, бактерии. Да никому в голову это не придет. Поэтому они держат, потому что они будут кушать в живом виде. Это как живая вода и мертвая вода. Мертвая вода нужна, чтобы ты выпил ее, и умерли все бактерии внутри тела. Но ты тоже умираешь. И для этого тебе нужно выпить следующую, это живую воду, чтобы восстановить себе жизнь. Но бактерий уже не будет, которые тебе мешали. Там на самом деле много мудрости в обычных каждодневных поступках вот таких вот людей, которые живут до глубокой старости и являются носителями крепких традиций. Вот. Да, но согласен с тобой, что с питанием в любом случае у нас с одной стороны все стало лучше, чем раньше, потому что она стала доступнее, потому что раньше как питались, чтобы раньше можно было кушать, каждый держал свой огород. Да. Кучу сил, да, но получал качественный продукт в итоге. Сейчас, а и раньше люди умирали по большей части от отсутствия еды, да? Сейчас люди умирают от переедания и от самой еды, от ее качества. Хотя она стала в разы, в сотни раз доступнее. И это парадокс такой. Казалось бы, мы ушли вперед по развитию технологии. Этот, как ты сказал, искусственный интеллект. Но, это по сути интеллект, дела, да? Но по сути дела качество для самого тела, конечно, здесь всегда страдает. Здесь еще такое... Но это на самом деле дает почву для того, чтобы создавалось больше, наверное, этих бизнесов, потому что каждый бизнес, в принципе, направлен на такую помощь. Да, это могут быть естественные продукты, это может быть тот же самый там массаж, то есть это все, по сути дела, для возврата к нормальному состоянию тела, состоянию человека, да, восстановлению этого тела, потому что это-то на самом деле есть основной бич. Угаженное тело, ленивый мозг, ленивое сознание. Раньше как было? Ты в 6 утра, тебе не надо было вставать в 6 утра ради какой-то идеи или развлечения. В 6 утра вставали, чтобы идти сено косить, таскать, коров кормить.
да. Чтобы молоко надоить. А с молоком позавтракать. Вот. Это сейчас в 6 утра выдумываешь различные, значит, предлоги, чтобы как-то развеять свою голову. Раньше это, в принципе, жизнь была. Подъем с рассветом. Что такое? Это вот сказки про это, да, про Ивана дурака, который на печи лежит. Угу. Так, ну что, завершаем. Давай, спасибо, что присоединился. Я уже думал, один буду фигачить. Хорошо, что вышел, понимаешь? Создал инициативу. Вот. А это говорит о том, что энергии полным-полно. Надо продолжать такую традицию. Вот. Ну, в общем, сейчас будет начинаться у нас новый этап. 45 дней, еще 22 дня до завершения. И, по сути дела, они действительно являются такими интеграцией в свою жизнь, то есть устаканивание мозгов, принятие того, что ты просыпаешься утром, принятие того, что, ну, наверное, даже может появление некой зависимости от этого утра, если ты его не проводишь, у тебя уже, наоборот, в голове будет ощущение, что ты не создал настроение, не уделил этому время, и будет не хватать этих процессов. Сейчас, кстати, будет летний период. Летом я обычно вообще сажусь на велосипед и еду на озеро, перемещаюсь по озеру и купаюсь. И вот у меня ориентир 9 мая. В прошлом году я пробовал залезть в воду. Ну, было дико. Ледяная вода, я не знаю, как народ купается в проруби, что пока я шел, по колено дошел, у меня ноги уже онемели до такой степени. Ну, там, видимо, у нас еще пологий вход такой, то есть если сразу окунаться и выходить, то нормально будет. А вот заходить в озеро, когда ты идешь там 10-20 метров по колено, ноги вообще так отмерзают, что кажется, что обратно вообще не выберешься. Ну, сейчас, не знаю, 9 мая попробую выбраться. Вообще, знаешь, что подумал? О том, что можно попробовать купить раскладывающееся ведро. Сейчас есть такие эти ведра. Они раз, гармошкой складываются, и оно плоское становится. Типа, и, грубо говоря, прийти на это, на озеро, зачерпнуть воды и вначале не мыться, не окунаться туда, а просто обливаться. Ага. Попробовать. Потом ведро раз, все это сложил, засунул обратно. Вот здесь такой момент. Короче, надо смотреть на твое тело, диагностику смотреть там. Есть специальные диагностики, есть даже диагностика ауры. Это прям целые приборы. Дело в том, что не каждому подходит заход долгий в воду холодную, потому что во время холодного, условно говоря, контрастного душа, у тебя сгораются клетки стресса. Ну, это я так называю клетки стресса, просто забыл, что за что отвечает. А когда ты заходишь в долгую воду, у тебя происходит процесс, ну, не заражения, ну, короче, другое восприятие. Почему? Потому что люди, вот эти моржи, которые купаются, они просто с лета не перестают каждый день купаться. Это легкое правило. Просто ты летом начинаешь купаться, и каждый день себе вода рядом, прорубь. Ты идешь в нее, и ты разницы не чувствуешь, что она как будто бы остывает. У тебя тело адаптируется, привыкает. А когда ты этого не делал, пытаешься сделать резко, то здесь процесс заболевания идет, а не полезности. Но если такие люди, которым и то, и другое вообще не писано, они по воде могут ходить. Ну, как бы, условно говоря, знаешь, когда человек пьяный, ему море по колено. Вот. Есть просто такие люди и без измененных состояний. Они реально могут и в прорубь, и куда только не пойти. У них все будет хорошо. Вот. Ну, спасибо, Юра, что вообще вышел. Потому что я говорю, если бы не ты, я бы на 20 минут позже пошел. Ну, поскольку теперь только я запускающий, поэтому вот так вот бывает, приходится отваливаться. Смотри, если стабильность у тебя появилась, можно дать тебе доступ к тому, чтобы ты онлайн-пробежки такие запускал, независимо.
и потихонечку созывать народ, потому что, казалось бы, вроде уже на протяжении там двух лет, каждое воскресенье заходим, но при этом очень много. Ну, вот сам видишь, да, то есть редко кто в 5 часов залетает, хотя энергия, это на самом деле вот этого живого общения и точки соприкосновения энергии вот этой у всех, она возрастает в разы даже вот на двоих человек, а уже совершенно другое состояние. Да. Так, мы пока с тобой бегали, я даже не заметил, короче, как прошла дистанция. Вот, просто потому что ты бежишь, разговариваешь, что-то обсуждаешь, а бац, и все, и ты вообще не понимаешь, что это было. Вчера было 2 километра, ты там старался, а тут просто бежишь, общаешься, и оно уже все закончилось. Да, вот у меня 4,5, 4,60. О, супер, супер. Я еще пока еще нет, пока трешечка для начала. Вот. Ну все тогда. Если что, я по воскресеньям, в принципе, готов запускать давай, там давай. И бегать. Хорошо. Вот. Все, ладно. Пошел тут, видишь, у меня тут эти. Где тут, господи? Вот, сейчас буду. Да, да, сейчас буду вот тут. Любимые снаряды. Вот это вообще такой вот этот кремень, парень. Здоровый. У него угол. Его сваривали, я не знаю, видимо, наши новотрубинские мудрецы. У него, потому что реально ты от груди как будто 60 жмешь. Прикольный снаряд. Хотя в парке для детей стоит. Но. Ну, для взрослых. Все. Пока дети гуляют, взрослые занимаются. Ну, да, да. Вот. Все, ладно, все, спасибо. Давай. Давай.